Рост его 193 сантиметра. Венглинский, выход один на один. Камил Чонтофальский на месте. Да, Милан Вьещица прозевал момент. Ошибка. Вьещица. И Вьещица ошибся. Суарес. Вьещица нарушил правила. Штрафной. Может откинуть под удар. Нет, сам пытался перекинуть мяч в левый от Чонтофальский угол. Не получилось. Да, 11-я минута. Пока 0-0. Забить, он получил задание, чтобы играть вот так вперед. Но это эффективно, конечно, будет где-то во втором тайме, когда подустанут. Ох, как опасно! Дали пробить Суаресу. Это уже первый опасный момент. Ну вот посмотрите. А пробить точно. До ворот уже было метров 12-13. Мяч уже в штрафной, видите? Может быть, не надо... Хорошая подача. Вьещица набегал на этот мяч. И еще раз. Нет удара. Ох, не точно. Алексо Бруно Чирилло. Играл во многих итальянских командах. Опытный игрок. А это первый удар. Штанга! Великолепный удар Андрея Аршавина. Флагбарт. Хаген. Угловой. Посмотрите, как сейчас. Вот это удар Аршавина. Но как точно. Все-таки вратарь коснулся рукой, мне кажется. Аршавин с мячом. Он в штрафной площадке. Добить. Радек Ширл. Да, так и есть. Ближний угол. Но никого не оказалось из партнеров. Соррентино. Сориентировался. Мяч летел низом в ближний угол. Вновь капитан команды Кацуранис. 11-й Венглинский. Радимов выиграл борьбу, но с мячом Чирилло. Удар не получился. Это Венглинский, но был офсайд. А был офсайд, Венглинский уже был в зоне офсайда. Вот смотрите, момент удара, он в офсайде. Да, какой хороший повтор. Как камера установлена. Греки любят футбол, вы знаете. Да, обострять, идти вперед. А увидел, что выжил голкипер. Может быть, думал перекинуть, но не... Ошибка. Радимов. И вот свободная зона. Киржаков. Ну, такой формальный удар. Тоже расчет на... Выполняет все стандарты. Но решил разыграть. Суарес, Ивич. Пас. Успевает Флагбар подставить ногу. 27-й Луайчанко. Суарес. Удар. И блестяще играет голкипер «Зенита» Камил Чонтофальский. Ему аплодисменты. Суарес здорово пробил. Посмотрите, мяч летит, пожалуй, ну, по крайней мере... Или под штангу, или в штангу. Но Камил вынужден был и должен был так сыграть. Суарес. Помните, в первом тайме он тоже оказался Венглинский. Тренер команды Фернандо Сантуш. Кацуранис догонит мяч. Догоняет. По штрафную. Венглинский всех опередил, но сыграл не точно. Афальский. Молодец, Ширу. Аршавин. Пытался перекинуть мяч через вратаря, но неудачно. Мог, кстати, подержать мяч. Вот вратарь, видите, побежал туда. Андрей не увидел его. Это угловой. Ох, как опасно! Мяч попал в Хагина и уходит на угловой удар.
Но у Либерополоса удар не получился. Он показывает, что мяч, но мяч же попал в руку. Не сыграл же рукой Хаги. Ну, посмотрим, как что все это было. Мне кажется, в грудь попал мяч. 55-я минута. Вещица отбил. Хаген. Половиной метра. Вот еще раз смотрим. Нет, мяч попадает в грудь. Ну, даже если никому в стенке, надо стоять уже до конца. Удар! Это Ивич. Это серб Ивич. Да, вот он, у него мощнейший удар. Низом пробивал в правый. Вот смотрите, низом. Но в том углу и был Чентофальский. Другие, и они так уже не кричали, как обычно это происходит на Петровском. Суарес с мячом. По штрафную. Мариш вынужден выбить на угловой. Радимов. Пас Анюкову за спину. Анюков первого мяча успевает. Пас под удар. Киржаков. Мяч попадает в ногу Черила. Вещица пришел в штрафную. Радимов. Аршавин. Радимов. Ширл. Киржаков. Прошел двоих. Перед ним Чирило. Пройдет Чирило? Остановился. Хороший пас какой Радимову. Надо бить. Удар. Выше ворот. Но сейчас хорошо. Киржак. Кацуранис. Удар. Как здорово. Чанко, Ивич и Горшков. Не хватает активных действий в полузащите. Свежих игроков. Удар! Ивич. Кацуранис. Ивич! Неточный удар. Венглинский. Подстраховал. Молодец. Вещица сейчас помог. Успел подстраховать. Его ничего, кричит Боровичка. Только не расстраивайтесь. Не теряйте темп. Это повтор, как Венглинский сейчас обыграл Хагина. И обыграл. Ведь смотрите, если... Мареш. Киржаков. Мареш. Штрафной. Ну... Спивак. Будет бить Спивак. Удар. Мяч попал в стену. Вещица. Либерополос. Ивич. Хаген. И... Ну, мы-то знаем, что 193 сантиметра у Чентофальски. И перекинуть его высота 2,44 ворот. Так что Чентофальски закроет ворот. Вверху особенно закроет. Пас вдоль ворот! Ширл успевает. Отыграл назад. Мареш. Спивак. Удар от ворот. Пас вдоль ворот. Радимов. Это уже Ивич пытался пробить, не получил. А лучше своему, но точно. Аршавин. Обыгрывает одного. Идет еще дальше. Слева Спивак. Можно бить. Удар. И мяч влетает в ворота. Андрей Аршавин. 1-0. 1-0. Зенит впереди.
Вот он, Андрей, а? Ну какой же это футболист? Я не восторгаюсь в каждом матче. В каждом матче восторгаюсь. Делает все, что надо. Ну, кроме тех моментов, когда нарушает правила. Это плохо. Но сейчас великолепно. Обыграл одного. И, кстати говоря, вот Дениса все начал. Помните, как он все вот, какая-то такая, как закваска. И решил пробить. Мяч даже кого-то коснулся, а голкипер был бессилен. Да, маленький рикошет, но везет таким, как Аршавин. В голову мяч попадает. И счет 1-0. И вы понимаете, что это уже почти победа. Гол на чужом поле, даже в случае ничьи, это уже будет в пользу «Зенита». «Зенит» впереди. И как вовремя это Ржела сегодня, она сработала. Вовремя выпустил Денисова. Несколько. Ивич. Ох, как опасно. Ну, это уже такая, знаете, судорожный удар какой-то.